Грипп настоящий, Formentes formis на латыни, целебный грипп, является мощнейшим противоядием, один даже, скажем так, правитель решил отравиться, но поскольку врач ему давал до этого данный грипп, трутовик настоящий, он не смог, яд не подействовал. То есть мощнейшее противоядие выводит все токсины из организма и является противоопухолевым, трутовик настоящий. Средством вот он покрыт спорами. То есть гриб сейчас в фазе размножения весной. Вот он, беленький такие порошочек. Вот он, вот такой вот красавец. Растет на упавшей березе. В основном он всегда растет, трутовики настоящие, только на мертвых упавших или стоячих, но опять же мертвых деревьях.